Приветствую, друзья! С вами Булавцев Михаил. И сейчас я вам хочу показать, как на вашем канале YouTube поставить на главной странице трейлер или рекламный ролик вашего канала. Итак, входим в Google. Я уже вошел. Открываем YouTube. Открываем мой канал. Вот наш тестовый канал. Я сегодня специально загрузил видео 50-летнюю юбилейную конференцию Oriflame. Итак, нам необходимо теперь данное видео поставить в качестве трейлера нашего канала, в качестве рекламного ролика нашего канала. Итак, как это сделать? Видите, под картинкой с оформлением, которое у меня на данном канале нету, есть чуть ниже значок карандаша. Нажимаем на него, всплывают две таблички: настройка навигации, настройка канала. Нам необходимо настройки навигации. Нажимаем на них, и нам необходимо нажать кнопку «Включить» в самом верху. Включаем и нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь переходим на вкладку «Для новых зрителей». И, как видите, мы можем теперь выбрать трейлер нашего канала. Нажимаем кнопку и выбираем 50-ю юбилейную конференцию в Майами. Нажимаем «Сохранить». Все, для новых зрителей у нас будет вот такой вот трейлер. Для подписчиков мы можем трейлер тоже поставить. Давайте поставим наше другое видео «Официальный танец Wellness». Также здесь есть карандаш, где для подписчиков смотрите в этом поле «Карандаш». Нажимаем на карандаш и нажимаем кнопку «Рекомендовать контент». И выбираем видео с официальным танцем. Сохраняем. Просит ввести название, не обязательно. Сохраняем, пока без названия. И нажимаем «Готово». Итак, давайте проверим. Для подписчиков у нас будет отображаться страница с главным видео танца Oriflame. А для новых зрителей у нас будет открываться канал сразу же с видео о 50-й юбилейной конференции Oriflame. Итак, копируем адрес канала и заходим с другого канала для проверки. И как вы видите, у нас запустилось видео сразу 50-й юбилейной конференции, потому что мы зашли на канал как новый человек. Оно автоматически сразу запускается. Если человек подписан на ваш канал, то у него вместо этого видео откроется другое, рекомендованное нами, видео про танец Oriflame Wellness. Желаю вам много просмотров и подписчиков на вашем канале YouTube. Добавляйте новые видео, раскручивайтесь. Всем удачи. Пока-пока.